Девчонки, это смех. Бой начинается. Ну, как бы, хорошо, когда, если бы их не было, да, все на равных играли. Но читами это не назовешь, вот реально, если сравнивать с теми читами, которые я видел в РДР и в PUBG. Конечно, разница есть. Ну, согласитесь, да, кто понимает, о чем я говорю? Разница имеется. Обнаружен противник. Опа, это мой клиент. Братушок, ты как тут? Гусеница повреждена. Шанс разрыва увеличен. Ебать, а что его не пробиваем? Пробил, не пробил. Ебать, тебе повезло, дядя. В бочиной был. Там, наверное, экраны из-за этого. Ля. Смотри, Кеша. Смотри, Кеша с надроченным летит. А тут ни одной, ни ПТ, никого нет. Смотри. Это что за пиздец происходит? Противник засек нашу позицию. Ребята, а что за пиздец происходит? Объясните мне, лянь. Здесь ни одной, сука, ПТ. Тут обычно я вот так выезжаю, мне лицо ломают моментально. Что за бред творится? А, вон там еще Е-50, видал, хочет выехать. Короче, мне надо, чтобы он разрядился. Или аккуратненько вот так вот тут херачить. Пробил. Противник обнаружил нашу машину. Повредил гусеницу. Убит. Зайчик, ты как там? Есть фраг. Ты отсюда не стал вылазить, потому что выкрыл бы он, плюс бы я полностью подставил тело. А так аккуратненько полтела высунул и накидал. Тем более 3-4-3, по-моему, два выхлопа содрал с него, да? Ну, два раза разрядил его. Блять, два выхлопа содрал с него, сука, сам улыбаюсь, сижу. Машина в поле зрения противника. Противник уничтожен. Второй готов. Пробил. Пробил. Будем нападать на Е-50. 20 секунд. Т-103 сейчас разберет его. Говорит, Димон, можно рыбалку постримить. Блин, КД, конечно, тут долгое. Неприятно долгое КД. Смотри, я уже на него лечу. Но я еще до сих пор заряжаюсь. Цель захвачена. Пробил. Убит. Уже 3 фрага. Вот видишь, зайчик стоит. На эти уровни, конечно, пробил. Заходить это смех. Вот эти вот, когда семерки попадаются, они тут вообще очень слабые, зачастую. Это вот прикинь, вот такие типы начнут на десятках играть. И вот мы видим то, что мы видим. Когда счет идет 15-0. Вот такие, как Т-43, заходят, да, которые на базе стоит весь бой. Все, пиши пропало. Блин, я зря, наверное, спустился, да, сюда? Машина в поле зрения противника. Четвертый фраг. Пробил. Пробил. Зайчик, ты как тут? Противник уничтожен. Пятый. 5 минут даже еще, да, не прошло. Пятерочка есть. Я фловый. Ну, я вижу, тут в топе.
Топ, конечно, так редко кидает. Тут, в принципе, на любом танке в топ редко кидает. Так, Вову надо брать, товарищи. Александр Румянцев, приветствую. Павел Андреевич, добрый вечер. А, тут опасно, не надо спешить. Он тут так и стоит, охраняет эту будку. Обнаружен противник. Повредил гусеницу. А попадись ты. Противник засек нашу позицию. Шестой. Ебать, там базе борода. Сейчас захват будет. Сейчас захват будет X3. Гоблины, победную катку отдаем, прикинь. Я не успею доехать. Мне как минимум, наверное, минуты полторы надо. Сколько? 8.35, вот. Даже больше, наверное, да? Это около двух минут. Блять, это что, захватчик встал? Они, походу, поехали сбивать, да, они не поехали захватывать. О, захватчика убили, это важно. Нам захват нахрен не нужен. А, так они еще соснут, слышь. Блять, ору в голос. У 430 еще full хп, да, почти, да. А, и у меня снарядов 5, и все. Ё-моё. Обнаружен противник. У меня 5 снарядов осталось. Я их даже убить не смогу, прикиньте. Обнаружен противник. Блин, как же ж ты долго тянешь ногу, ё-моё, Дима. Это просто эпик. Так у них еще Т-25-2 не светился, у которого 2 фрага. Да сейчас ушьется, да? Пробил. Машина в поле зрения противника. Пробил. Блять, и один снаряд, прикинь. И 40 секунд, чтобы перезарядиться на 2. Да, все, нам пиздец. Я не знаю, как эту побегатку тащить. Попробую подъехать, разрядиться по шарфу. Тут сейчас хелкаты могут быть. Вот тут могут быть сейчас. Шарф убегает. Обнаружен противник. Мы обнаружены. Пробил. Прикинь, один снаряд. И сейчас шарф вылетит, проверяй, где-то из кустов. Ну, разматывай его. Хорош. О, оттуда уже крепят. На, валить отсюда. Один снаряд. Блять, вот что за мода не принимать взвод, а? Скажите мне. Что за, мать его, мода не принимать 40 минут взвод? Мне его не видно отсюда будет, походу, да? Видно, ну херово, лянь. Противник обнаружил нашу машину. Ёбаный рот, а, этого казино.
Осталось 5 минут. Видишь, как скорость стреляет. Обнаружен противник. Цель захвачена. Убит. Машина в поле зрения противника. Седьмой. Все, 7 фрагов, все, что смог. Прикинь, там тип 15 минут прошло, он еще не светился. Вот это, сука, скрытность, да, у человека? Ха. Видишь, боекомплект тут очень слабый. Ему бы поднакинуть снарядов. Но еще хотя бы пару барабанов было бы сочно. Хрен, привет. Владимир Лиманов, здорово. Подскажи, потянет ли 1050 Ti видюха на ультрах, да? Она рекомендуется для ультранастроек с самими этими разрабами танков. Ну, по тому времени, когда она была актуальной. Типа, минимально поддерживаемая для минимально рекомендуемая видюха для ультранастроек. Но не беря в курс те видюхи, которые были раньше, там, 970-е, какая-нибудь. Обнаружен противник. Ух ты, блядь. Гусеница сбита, движение невозможно. Ёбушки-воробушки. Установлены, можно ехать. Давай без катков только, дядя. Гусеница повреждена, шанс разрыва увеличен, цель захвачена. Нахуй, восьмой. Движение невозможно. Сука, реплик, прикинь. Готов. Кобра, говорит, ты чего очкуешь? Осталось 3 минуты. Блять, ну ищи его, захват, хули ты стоишь. Пишет, Кобра, ты чего очкуешь, у тебя же полно XP. Прикинь, бестолочь. Боже, вот есть же отсталые люди, сука. Я полбоя показываю, что боекомплект пуст, буковку С нажимаю и сразу пишет, что боекомплект пуст. Не прочитал, так ты и в школе так же учился, сука, дятел. Дима, возьми в клан. Да забудь вообще меня, то, что ты это, можешь зайти. Я тебе уже говорил. Можешь не писать дальше. Осталось 2 минуты. Ты вспомнишь, что ты писал, и как ты говоришь, время лечит? Нет, не лечит. Ты для меня конченый просто, и все. Понимаешь? Нормальных людей я возьму хоть 10 раз, тебя нет. Просто забудь дорогу на этот канал. Клан на этот канал просто забудь. Найди стримера уебана типа себя, понял? И смотри его. Для меня ты просто уже, ну, я тебя даже за человека не считаю. После того, что ты мне писал. Кстати, я ни к одному подписчику так не отношусь, кроме вот как к тебе. Так что просто забудь и не пиши мне даже. Блять, он до сих пор прячется, ты представляешь? Этот, семерочка. Осталось 1 минута. Семерочка это прячется до сих пор. Смотри, Каен взвод так и не принял. Я не знаю, чего они боятся. Это Усцекон. А тот не приехал сбивать. Ну как так, а? А тот не приехал сбивать, это тоже уровень, да? Он фуловый и даже не попытался. Обнаружен противник. А вон он справа. Вон он справа катается. Блять, надо посмотреть его аккаунт. Циба, привет. Классный бой получился. Кстати, да. Видишь, он, наверное... Кекс, он, наверное, специально этот, отлаживался, понял, чтобы попало на этот бой, где вот, такая, вот, так, вот такие будут чудеса твориться. Кстати... По-моему, первая степень на Кобре была. Вот он и мастер подъехал.
Так, тут немножко пацаны не смогли, да? Смотри, 430 у них четверочку успел кинуть. Где у них этот Т-25-2? Ну, тот 22,5 накидал, но он что-то тупил жестко. 56% побед и даже не пытался сбить этот захват, прикинь.